В центре единоборств Сургутского района комплектует тренерский состав. Центр открыл свои двери в феврале в поселке Солнечном. Объект площадью более 940 квадратных метров построили в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Общая стоимость объекта – 60 миллионов рублей. Здесь планируется развивать самбо, дзюдо, кикбоксинг, вольную борьбу и другие. В первую очередь открыли секции по вольной борьбе ММА. Также работает секция национальной борьбы народов Ханты и Манси. Центр рассчитан как на новичков, так и на профессиональных спортсменов.